Приветствую, уважаемые друзья, гости канала и подписчики. Представляю вашему вниманию небольшой видеоэкскурс панорамный по городу Улан-Удэ от улицы Балтахинова до поселка Восточный. В этом видео мы проедем по улице, начиная с Балтахинова, затем мимо площади Советов. Не доезжая до элеватора, мы повернем направо на улицу Революции 905 года. Минуя Читинский переезд, проедем по улице Трактовой, затем мы свернем на улицу Ботаническую. И минуя ее, мы проедем мимо Стрелки и свернем уже непосредственно на сам авиазавод. В общем, пару слов повторю, как пользуется видео 360 градусов. На смартфоне либо планшете используем два пальца и в полноэкранном режиме и крутим видео, куда нам надо. На компьютере или ноутбуке используем зажатую левую кнопку мышки, крутим видео, куда, опять же, нам интересно глядеть. Колесико мышки используем, как зум, можем приближать, отдалять. Также мы можем ставить видео на паузу и крутить его как фотографию. То есть, если какой-то момент кадр вас заинтересовал, ставим на паузу, глядим, приближаем, читаем надписи, вывески, смотрим, как выглядит наш вечерний Улан-Удэ. Это едем мы уже примерно 7 час вечера, около 7 вечера, 9 апреля. Ну, в общем, на этом все. Не забываем ставить качество хотя бы 1080s. Если компьютер или смартфон, или планшет, или ноутбук позволяет, ставьте больше, картинка хорошая. Ну, в общем, на этом все. Прекращаю свою болтовню. Подписываемся на канал, ставим лайк, дизлайк, пишем комментарии. Пока. Пока. Всем добра и самое главное здоровья.